Друзья, добрый день! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн Polese GS12. Он 2012 года выпуска, в эксплуатации с 2013 года. Комбайн под номером 4. Смотрим его ближе. Переднее колесо в хорошем состоянии. Протектор около 50% на остатке. В данном хозяйстве очень добросовестно относится к технике, тщательная подготовка. Вот на зиму поставили уже на хранение, все колеса закрыты чехлами от воздействия внешних погодных условий. Наклонные, таким образом выглядит. Второе колесо смотрим чуть похуже, есть трещины, но проработает не один сезон, больше чем уверен. Также смотрите, поставлены на чурбаки, чтобы избежание трещин. Вот. Это что-то подкрашивалось тоже, все тщательный уход за техникой в данном хозяйстве. То есть вот части тоже подкрашены, чтобы не гнило, не ржавело. Здесь вот все. Рама задняя в хорошем состоянии, без трещин, без сварки. С данным комбайном идет жатка 7-метровая. 7-метровая. Здесь тоже все подкрасили. Смотрим измельчитель, ножи все на месте, в достойном состоянии. Так, здесь сейчас посмотрим. Здесь не видать, решета, все в отличном состоянии. Клавиши. Заднюю резину вам, к сожалению, не смогу показать, так как закрыты. Вот, друзья. КЗС 1218-29 2012 года выпуска. Вот так вот все механизмы. Комбайны помыли на хранение, подкрасили. Вот. Повторюсь еще раз, идет в комплекте с жаткой 7-метровой на тележке, друзья. Фотографии жатки тоже приложу. Вот, давайте посмотрим еще кабину пилота. Тонировка здесь у нас установлена. Проблесковые маячки. Вот так вот выглядит кабина пилота. Немного не прибрана. Здесь у нас аудиоподготовка есть. Кондиционеры, мониторы. Органы управления, ну, как во всех комбайнах. Наработку данных комбайнов вам точно не могу сказать, так как сейчас АКБ уже сняли на зимнее хранение, но примерно в районе 3500 моточасов. Друзья, если вас заинтересовал данный комбайн, обращайтесь к нам, звоните, пишите. Будем ждать ваших звонков. При необходимости проведем тест-драйв, пропуск. Если понравится, приобретете данный комбайн.